сложно выйти из зоны комфорта. Как уютно душе там лежать. Все равно, что за стенами порта, кораблю много легче стоять. Там, за гранью, опасные воды, штормы, мгла, неизвестности ход. Как подумаешь, страшно до рвоты, если в бурю тебя занесет. Но плывешь, чтобы не сгнить без движения. Снова сердце дурное орет, что уж лучше кораблекрушение, чем под солнцем сгнивающий плод».